В КЧГУ имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Механизмы укрепления этнокультурной и гражданской идентичности многонационального народа Российской Федерации». Данное научное мероприятие было организовано Министерством по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Карачаево-Черкесской Республики совместно с университетом. Подробности в материале Алихана Лепшокова. В течение нескольких дней ведущие ученые, эксперты, представители научного сообщества, государственных органов власти, а также студенты и аспиранты со всей страны рассмотрели широкий спектр тем, актуальных для современного российского общества. На мой взгляд, любая такая конференция, особенно на такую важную тему, она должна выступить своего рода показателем реакции как общества, так и научного сообщества на те процессы, которые происходят в нашей стране, вокруг нашей страны, связанные вот с вопросами межнациональных отношений. И поэтому мне кажется, что именно проведение конференции, да, оно должно дать органам власти, общественным организациям определенные так называемые инструменты для того, чтобы выстраивать свою политику в этом направлении в дальнейшем. В ходе конференции были подняты вопросы исторических корней становления многонационального российского государства, проблем сохранения этнокультурного и языкового разнообразия и роли традиционных ценностей в формировании гражданской идентичности. Мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать, да, проблемы, связанные с идентичностью, и попытаться нащупать те механизмы, которые способствовали бы усилению вот этой самой общегражданской идентичности. Я посвятил свой доклад одному из аспектов. Я посвятил свой доклад кризису идентичности у мусульманской молодежи. И вообще попытался сконцентрироваться на проблеме молодежи. Собравшиеся в ходе конференции отмечали важность учитывать хороший опыт прошлого в формировании культуры взаимопомощи в обществе. В нынешнее время очень важно сохранить наше единство и консолидация общества вокруг традиционных ценностей, отмечали участники научного форума. Наши бабушки, дедушки, папы и мамы до сих пор с большим трепетом и гордостью вспоминают о том, как они были комсомольцами, пионерами, как состоять в молодежных движениях, они делали добрые дела и запоминающиеся для них самих в первую очередь. Той пионерии того комсомола уже нет, но есть немало серьезных молодежных движений в России на сегодняшний день, которые позволят направить эту энергию и энтузиазм во благо стране. Это мероприятие определило, что формирование единой гражданской идентичности – это не просто задача государственных органов, но задача каждого гражданина. Каждый из нас на своем месте должен делать все для того, чтобы, развивая национальную культуру, свой язык, свои обычаи сохраняя лучшие, мы, тем не менее, должны оставаться подлинными патриотами нашего единого Отечества Российской Федерации. Алихан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.